Приветствую вас, ребята. Приветствую, Андрей. Приветствую, Ирина. Я Здравствуйте. очень рада снова видеть вас у меня в гостях, потому что, когда вы появляетесь, сразу становится вкусно. Правда, вот все, что связано с вами, это очень вкусно. Как вкусно вы подали материал в вашем курсе «Идеальное питание с рецептами для выхода из условного голодания». Как вкусно руки Андрея вот это все изображают, показывают и готовят. Вот, смотреть одно удовольствие, причем не только вкусовое удовольствие, хотя, когда мы смотрим, мы вроде бы мы не испытываем, да, по-настоящему вкус, но даже уже созерцание того, что видишь на экране, оно вызывает и слюноотделение, и удовольствие, и еще и эстетику, эстетика подачи. Я рада представить вас моим зрителям как моих коллег и экспертов. Коллег по естественному питанию и экспертов по условному голоданию и выходу из него. Причем я хочу заметить, что быть экспертом или быть экспертным, да, в какой-то области, это не значит иметь 33 диплома, 33 высших учебных заведения. Это здесь совсем другое. Экспертность – это прежде всего опыт. Опыт. А опыт, сын ошибок трудных, да, он приходит именно с практикой. И Ирина и Андрей – это действительно самые настоящие эксперты своего дела, потому что Андрей – повар. Не просто повар, а шеф-повар, и уже с многолетним стажем. Поэтому однозначно вашим детям повезло, что у них мама и папа так вкусно умеют жить, да, и наверняка балуют своих ребятишек вот этими вкуснейшими конфетами. Как вы рассказывали, да, на нашей прошлой встрече, если наши новые зрители не видели эту запись этой встречи, то я очень рекомендую посмотреть по ссылочке вверху экрана. Вот как вы здорово сказали, что пропустили через себя все вот эти вот трудности и косяки выхода из условного голодания. И это не голая теория, то, что вы создали пошаговый алгоритм выхода именно с рецептами. Именно бери и делай. То есть теперь нет никакой проблемы тем, кто будет слушать нас, смотреть нас, да, и идти этим же путем, не будет никакой проблемы пойти взять этот пошаговый алгоритм и повторить его без ошибок и без косяков, потому что ошибки мы уже наделали, каждый свой, и мы от них предостерегаем. Кстати, вот про ошибки я как-то сказала, что мне самой очень понравилась моя фраза. Это самый лучший способ не наделать своих ошибок – это посмотреть, как их делают другие. Это точно. Да, вот. Так вот, значит, возвращаясь к нашему курсу, очень многие заинтересовались, да, много пришло людей на курс именно за пошаговым алгоритмом с рецептами, и очень многие были порадованы, прям очень даже обрадованы тем, что большое внимание на этом курсе уделилось конфетам, сыроедческим конфетам, что и является темой нашего сегодняшнего разговора. Просто сразило наповал вот это приятнейшее впечатление от того, Андрей, как ты это делаешь? Ты мужчина, у тебя мужские руки, но в то же время ты делаешь эту ювелирную работу по созданию вот этих шариков. Это все нужно вот так красиво слепить, облить. Да еще и какую-то инкрустацию там с шоколадными струями изобразить в этих маленьких шариках.
насколько ты это подаешь экспертно, вот прям экспертно, да? Так вот, Андрей, мне Ирина тут про тебя раскрыла небольшую тайну, что когда ты готовишь, ты настолько максимально отвечаешь за результат, чтобы это было идеально вкусно, и не только, чтобы это было и эстетично, и вкусно, и правильно со всех точек зрения, что ты даже готов уничтожить приготовленное блюдо, в прямом смысле, в помойку, если оно так не соответствовало каким-то тем вот целям, которые ты ставил. Это действительно так? Да, на самом деле так и есть. Мы когда занялись изготовлением конфет, но опять же, что-то новое, сталкиваясь с тем, что пробуешь, оно не получается, то рассыпается, то текстура не та, то форма не та, и все это, ну, не то, чтобы хотелось. Да. И вот тогда я чувствую, что вот оно получилось, оно вкусно, оно красиво, потому что мы же не только вкусно, а еще визуально должны конечно, видеть, что конечно тянет скушать это. Ну и, соответственно, как бы то, что не получается, улетает. Да, мусорку. Ты знаешь, мне вот это вот, что напомнило, буддийские монахи, когда они строят песочную мандалу, да, они очень много посвящают этому времени, усердия, своих способностей, они ее выстраивают, а потом они бабах и тут же разрушают. Ну, потому что в этом есть большой великий смысл. Вот. Хочется добиться идеального Да, результата. Да, мне вот это вот напоминает что-то. Очень много внимания, да, было уделено, целый урок, огромный урок с прям подробнейшими рецептами, красивейшими, вкуснейшими сыроедными конфетами. Вопрос у меня к вам личного характера. Вот вы в своей семье, поскольку у вас двое детей, да, мальчишки тоже там, наверное, любят сладкое, вот вы такое в режиме каждого дня готовите и употребляете или как? Ну, вообще раньше, еще, скажем так, до вступления на путь правильного питания, конечно, присутствовало много магазинных сладостей, там конфет, это все они любят, как и все детки. Когда поменяли мы уже свой образ питания, тут, конечно, у нас стали преобладать в основном полезные сладости. Ну, безусловно, это фрукты, как сладости идут, дети очень любят. Конфеты делаем. Конфеты, скажем так, у нас не каждый день в рационе, но периодически они у нас есть. Дети в восторге. То бишь они изначально даже не понимали, что конфеты были не те магазинные, это были покупные конфеты, мы изготовили их сами, они не понимали, что там внутри. Спрашивали, как бы вкусно, сделайте еще. Вот, очень, они, в общем, они были в восторге, сказать по-другому никак. Ну, самый немаловажный такой фактор в нашей семье, это является наш младший. Да. Вот, потому что маленькие дети, допустим, старше, он будет кушать в любом случае. Он понимает, что там орешки, какао, курага, как бы, и в любом случае это вкусно. А с маленькими очень тяжело, и заставить кушать что-то маленьких детей очень сложно. Объяснить, что это полезно, да, и нужно кушать. Это, ну, очень тяжело. Ну, даже, да, полезно это мы понимаем, что полезно. Ему надо, чтобы было вкусно. И вот, исходя из этой, как бы, ситуации, да, мы даем ему, он пробует, убегает, приходит еще и говорит, я хочу еще. Ага. И я понимаю, да, вот именно все. Вот мы именно попали. Это, да, результат, как бы, дает. Это был наш дегустатор такой. Слушайте, основной. Здорово, здорово. Это прямо вот устами младенца, да, глаголит истина. Это ваш маячок, да, он вам прям сигнализирует. Вот, ну, это отлично.
Все, это прям супер, ребята, замечательно, что вы это практикуете с вашими детьми, это классно. Но тема-то нашего сегодняшнего видео – это сыроедческие конфеты, польза и вред. Казалось бы, тут какой-то парадокс, да? Но о каком вреде, собственно, может идти речь, если это полезные ингредиенты, да? Это фрукты, это орехи, это, ну, мед, возможно, да, какие-то там эфирные масла, опять же, мы используем для, не только для ароматизации, но и для придания больших полезностей, да, этому продукту. Казалось бы, какой вред? Но, тем не менее, вред есть. И вот я сейчас хочу эту тему подсветить для тех, кто считает, что конфеты – это что-то такое легкое, может быть, даже легкомысленное, про между прочим, как-то так, где-то там с чайком перекусить. Так вот, как раз к сыроедческим конфетам, увы, это отношение не имеет. Это точно. Да, то есть сыроедческие конфеты, это, вот как бы ни странно это, да, не звучало, но это самостоятельное блюдо, то есть это еда. Почему? Да. Потому что там фрукты, а мы знаем, что в естественном питании фрукты стоят на первом месте. То есть это основная видовая еда человека. К сожалению, люди забыли об этом, ну, основная масса людей, да, а они просто забыли о том, что фрукты, плоды – это видовая еда человека, то есть изначально ему уготовленная. Там орехи. Орехи, хотя это и продукт природного происхождения, но они довольно тяжелы для усвоения. И хотя мы их там, да, и перемалываем, да, мы из них там делаем стружку, крошку, муку, вроде бы, да, казалось бы, там они уже должны легче усваиваться, но тем не менее, это такая тяжелая, все-таки тяжеловатая крахмалистая масса с жирами, и в сочетании с фруктами это такая плотная пища. Я бы сказала, что это даже плотная пища, которая не вот прямо вот сразу возьмет и быстренько очень усвоится. То есть должно пройти какое-то время, чтобы распознать, да, что это за продукт пришел, выделить нужные соки, ферменты, да, для его расщепления, чтобы прошло какое-то время, и этот продукт проделал определенный путь по тонкому кишечнику, прежде чем он достигнет толстого, и чтобы наш организм взял оттуда все полезное. То есть это еда, вот в самом прямом смысле слова. И в чем коварство? Суть этого коварства сыроедческих конфет в том, что люди, когда думают, что это просто какой-то перекус к чаю, они на своем обычном традиционном питании начинают это кушать просто как обычная конфетка к чаю. Предположим, они позавтракали кашей, и проходит там какое-то время, когда уже чувствуется, что вот скоро обед, но пока вроде бы еще и не обед, а вот было бы неплохо перекусить, чайку выпить и что-нибудь к чаю. И человек думает: о, у меня же есть полезные конфеты, да, ну-ка я выпью чайку с полезными конфетами. Они полезные, да? Да, и происходит... Происходит страшное, на самом деле происходит страшное, потому что крахмалистая еда, как, такая как каша, довольно долго расщепляется, она все еще находится, может быть, в желудке, а может быть, в верхнем отделе тонкого кишечника. И в это время человек съедает еду, которая представляет из себя фрукты и орехи. И фрукты начинают быстро усваиваться и быстренько передвигаться по тонкому кишечнику, достигая этой крахмалистой массы. А дальше случается то, что происходит всегда при соприкосновении крахмалов и сахаров и кислот. Происходит брожение. Брожение. Да. Таким образом, человек незнающий, неопытный, запускает процесс брожения в своем кишечнике, который сопровождается образованием слизи, газами, да, метеоризмом, раздуванием, в общем и целом загрязнением организма. И по факту вместо пользы человек получает вред. Вот
те, кто не в теме, да, люди, они могут не знать этих нюансов. Но мы-то с вами уже это знаем. Вот вы как в отношении, там, ну, к себе понятно, вы наверняка уже знаете законы естественного питания и не допускаете этих смешений. А что касается детей, как вы регулируете этот вопрос с вашими детьми? Но это суть. Если мы употребляем конфеты, вот эти сыроические, то это утро. Вот мы проснулись, 2-3 конфетки, и как бы все. Потом мы ходим, занимаемся своими делами. Вот, отлично. Мы стараемся их среди дня всего не употреблять и не хватать. Это не похватная еда. То есть как отдельный прием пищи. Отлично. Они достаточно. Отлично, супер. Они насыщают организм, и вот 2-3 конфеты хватает прямо вот надолго. Это реально так. И что еще важно, когда человек вот так ест вот такие полезные конфеты, причем с утра, да, на пустой живот, а не тогда, когда уже упала каша, у него уменьшается тяга вот к тем самым сахарам, которые он, возможно, сейчас ест или его тянет много, да, на обычные конфеты, на шоколад, на сладкое, на сгущенку и все такое прочее. Вот что значит, когда организм получает необходимые фруктозу, глюкозу, жиры в правильное время, в правильном, в нужном количестве? И что еще важно, да, почему мы утром это употребляем? Потому что это энергия. Фрукты, да, фруктоза, глюкоза – это клеточная энергия. А мы утром планируем очень много, да, дел, да, мы идем на работу, нам нужно делать дела. И вот эта вот энергия, которая идет из такого продукта, да, как сыроические конфеты, она питает нас, она дает нам силы делать наши ежедневные дела. А вот ну, обед, там, само собой понятно, там уже не до конфет. В обед уже хочется чего-то такого, да, плотного, чтобы на вторую половину дня у нас было такое спокойствие и возможность доделать те дела, да, завершить, которые мы не успели доделать утром. Ну, а вечер – это уже просто какое-то там заземление, замедление, и там уже не место фруктам, потому что нам не нужна энергия вечером, да, мы уже успокоились, мы уже садимся где-то там, да, на наших диванах, может быть, смотрим фильмы, общаемся, и там уже другая еда. Но это уже тема отдельного видео. То есть вот сейчас мы четко обозначили вот эти рамки и границы, где, как должны существовать эти конфеты. То есть это А – самостоятельная еда, Б – это где-то первая половина дня и желательно на пустой живот. И, конечно же, ни в коем случае не употреблять их как просто перекус с чаем в течение дня. Вот эти правила, о них большинство людей не знают. И мне бы, конечно, очень хотелось, чтобы вот с нашей подачи, с объяснением вот таких простых истин, которые касаются естественного питания, люди начинали немножко прозревать. А чтобы это прозрение было еще более глубоким, для этого как раз мы и учим, да, мы учим на курсе. Он рассматривает сыроедческие конфеты в контексте именно выхода из условного голодания. Да. Потому что это, по сути, это сыроедческая еда. Да. А поскольку у нас выход сыроедческий из условного голодания, то это, ну, самое, что ни на есть подходящая пища. Но мы рекомендуем ее, конечно же, не на первом этапе выхода. Нет, тяжело будет. Да, потому что это тяжело, это орехи, это, опять же, ну, такое довольно сложное сочетание, и поэтому это там немножко более поздний этап, там третий этап, на третьем этапе, да, по-моему, у вас эти конфеты. Вот, но ради того, чтобы узнать вот эти все рецепты, да, и научиться вот это все готовить, все эти конфеты использовать для себя,
стоит войти в условное голодание. Не правда ли? Процент. Да. Очень ярко ощущается. Вкус да. и качество продукта да. очень прям. В повседневной жизни как-то не тяжело оценить качество такого продукта, а именно после условного голодания. Да, в этом изобилии, когда продуктов, оно не чувствуется так ярко. Мы сами по себе ощутили, вот на последнем условном голодании, это был вау-эффект, это было так вкусно, это было так ярко. Так мы истосковались уже по этой сладости. Вот. В общем, замечательно. Особенно с кишью конфеты, да? Да. С чем? Есть любимые конфеты, уже у каждого у нас мы определились. Вот. Я очень люблю лимонные, мне понравились, они шикарные. А Андрею понравилось Ферреро Роше. Он говорит, ну, это просто Ферреро Роше, только полезный вариант. И как бы вот, если скушать две конфеты, не отличишь. Грубо говоря, вот оригинал магазинный, да, и наша конфета. Только, получается, наши еще и полезные. Да, наши конфеты полезны, да. В отличие от магазинных, потому что у нас нет искусственных никаких ароматизаторов. Мы используем только натуральные. То есть вы используете натуральные эфирные масла в ваших конфетах. Андрей, в прошлый раз мы с тобой разговаривали, и ты сказал, что сыроические конфеты обычные, без эфирных масел, это одна история. Сыроические конфеты с эфирными маслами – это просто небо и земля. Ну, да? Я бы прямо вот акцентировал на этом. Почему? Потому что мы пробовали, и когда в процессе вот приготовления, да, пробовали без эфирных масел до этого. И когда вот я начал добавлять эфирные масла, это небо и земля. Потому что, ну, как вот мы бисквит, когда выпекаем, получается, если мы не добавим туда ванилин, просто будет бисквит. Добавляем ванилин, уже и запах, и вкус, все совершенно иное. Вот да. как раз-таки вот эти эфирные масла в этих сыроических конфетах являются вот этим ванилином, усилителем вкуса. Да, но вот, только с той разницей, что это не искусственный ароматизатор, а что это натуральная выжимка из растений. То есть, если это эфирное масло лимона, то это эфирное масло, которое выдавлено из кожуры лимона. Если это там эфирное масло мяты, то это именно из растений, да, из перечной мяты, а не какой-то синтетический украшатель. Это витаминная бомбочка, да? И да. все полезные компоненты и масла, все настолько органично. Да, вот наши сыроические конфеты, ваши сыроические конфеты, ну я их уже прям называю нашими. Да, потому что, ну, я прям тут примазалась к вашему курсу. Он мне просто родной, как родной, потому что он органично продолжает мою тему условного голодания. И, как я уже говорила, да, на нашей прошлой встрече, то мое раскрытие выхода, оно вообще далеко не полное, если его рассматривать в отрыве от вашего курса по выходу. То есть вот этот тот момент, когда соединилось два, да, в одном, и получился прям просто фейерверк полезностей. Так вот, мы, наши конфеты, да, наши конфеты сыроические, я могу назвать их просто супер полезными, не только из-за того, что они содержат полезные продукты, что они приготовленные очень таким хорошим, тщательным, да, и правильным образом, но еще и потому, что они содержат натуральные экстракты растений, да, лимон, грейпфрут и так далее, перечная мята и так далее. Почему? Потому что это обогащает их состав, то есть питательные свойства этого блюда, прям, да, смело называем это блюдо, они становятся намного выше, нежели это пустые конфеты, да, без ароматизации эфирными маслами. Мы
все знаем, что есть эфирное масло грейпфрута, причем оно очень яркое, да, оно очень ароматное, и мы с удовольствием его используем, там, пьем с водой и добавляем в салатные заправки, ну и в частности мы можем добавлять его при изготовлении конфет. Но у эфирного масла грейпфрута есть одна особенность, но, может быть, не все об этом знают, оно способствует сжиганию жира. Вот почему его любят люди с лишней массой тела. Оно при активном использовании способствует снижению веса. А если у нас какая-нибудь, предположим, худышечка, да, астеничная девушка на выходе с условного голодания, она и так вся там дошла, потеряла несколько килограмм своего драгоценного веса, за который она держится, она вдруг начинает активно, да, готовить себе эстрогенические конфеты с эфирным маслом грейпфрута. А вот ей-то этого нельзя как раз. То есть ей-то нужно, наоборот, там что-нибудь такое другое, я не знаю, там эфирное масло черного перца, чтобы разжигать аппетит. Но ей нельзя масло грейпфрута в данном случае, да, но она этого не знает. И поэтому ей будет трудно набирать мышечную массу, если она ее потеряла. Вот, это вот такие нюансы, которые всплывают у нас, да, по ходу нашей практики с людьми. Вот, и это все обучение. Это все обучение, это опять же все курс. Вопрос. Ага. Вы кушаете исторические конфеты? Я бы с удовольствием их кушала каждый день, потому что у меня мой день, мой рацион, он по большей части сыроедческий. Я не являюсь стопроцентным сыроедом. У меня до 16 часов сырая растительная пища, а в 16 часов у меня единственный прием термически приготовленной растительной пищи, плюс может быть сырая, плюс может быть животный белок. То есть это вот такой прием пищи, который больше похож на традиционный, да, и после него я, конечно, уже там не ем не только сыроедческих конфет, а вообще ничего. Поэтому я могу себе позволить есть сыроедческие конфеты с утра и до 16 часов смело, в любое время, когда бы мне их не захотелось. А мне их хочется. И если бы у меня был помощник по кухне, по хозяйству, который бы мне их готовил в ежедневном формате, там, сегодня с кешью, завтра с миндалем, послезавтра с кокосом и так далее, я бы с удовольствием их ела. Но, к сожалению, у меня очень насыщенный график моего рабочего дня. У меня просто не хватает времени на приготовление. Поэтому, ну, может быть, раз в месяц, раз в два месяца я могу найти какое-то время, чтобы приготовить это экзотическое для меня блюдо. Но я говорю, что я бы с удовольствием, но, к сожалению, нет времени. Каждый день приходят люди на курс. Опять же, и на курс по условному голоданию. Ну, то есть на курс детокса, будем так говорить, да, с подготовкой, с очищением и с выходом. Приходят люди на другие курсы, и каждому человеку нужно дать рекомендации составить, выслушать его, прочитать его анкету, ответить на его вопросы и дать ему правильные рекомендации, как ему питаться, как ему очищаться, как ему правильно применять эфирные масла. Вот, поэтому, к сожалению... Хотелось бы, да, но не хватает времени. Да, не хватает времени. Хочу отметить, что, тем не менее, время на некоторые конфеты там буквально мизерное уходит. В том-то и ценность еще, что мы привыкли морочиться с этими рецептами, особенно когда термическая какая-то обработка, а здесь как бы раз-два, и вот они. Так что... Я поймала эту шпилечку в бок. Правда, мы порой себе придумываем, да, какие-то там отговорки. А, я занят там, да, мне некогда. А на самом деле, действительно, вот если просто вникнуть в это дело, да, разобраться с этим рецептом, то можно действительно увидеть, что там, правда, все, пожалуй, намного проще, чем в традиционном питании. Собственно, вообще, вот чем хороши сыроедческие рецепты,
такие, ну, правильные сыроедческие рецепты, что там нет много заморочек. Просто есть сыроедение правильное, а есть сыроедение неправильное. Вот к правильным сыроедениям я отношу, во-первых, временное сыроедение, которое идет как этап выхода из условного голода, да, или как какой-то пост, разгрузка кратковременной. А также, если это сыроедческое питание не отягощено слишком сложными блюдами, такие как многослойные торты там, да, из там, 10-15 ингредиентов, которые очень трудно, да, воспринимаются пищеварительной системой. Так вот, если мы говорим о правильном сыроедческом питании, о временном и о легком, то на самом деле эти рецепты, да, они очень быстрые и легкие. И вот за что, собственно, вам огромное спасибо, что вы сделали этот курс свой наполненным, насыщенным рецептами, да, и вот этими всякими полезностями, но в то же время все очень просто и очень доступно. И по многочисленным просьбам наших зрителей, подписчиков, желающих людей, кто в теме условного голодания, кто в теме естественного питания, кто хочет по-настоящему действительно для себя здоровья, не от лекарственной терапии, а от природы, да, от здорового питания. Я иду навстречу этим пожеланиям, и я снова объявляю акцию о том, что я дарю свой личный курс по детоксу тому, кто берет ваш курс «Идеальное питание с рецептами для выхода из условного голодания». Думаю, что эта новость обрадует многих, потому что мой канал смотрят в основном люди, которые в теме, которые понимают, что без очищения организма сегодня не обойтись. Мы живем в зашлакованном мире, у нас очень много токсичной еды, мы должны очищаться, если мы действительно хотим быть здоровыми. Многие воспринимают детокс как питье соков или какая-то особая диета облегченная, или просто прием слабительного для того, чтобы очищать кишечник. Но на самом деле детокс – понятие очень широкое и глубокое. И если делать детокс по-настоящему, то это и очищение кишечника, и питье соков, и особая диета, и еще другие мероприятия, которые позволяют сделать детокс именно настоящим, глубоким, на клеточном уровне. И у нас до сих пор в коробочке они лежат. То есть вот срок годности практически очень большой, да? Да. Конфету кусаешь. Все вот эти ароматы отмасил, как будто только что капнул. Мы вообще... Настолько запечатался этот аромат и вкус. А так суть-то в чем? Эфирные масла являются природными консервантами. То есть, если мы добавляем эфирные масла в конфеты, мы не только, да, их делаем более полезными, мы еще и их продлеваем срок жизни, срок годности. Классно, да? Вообще, просто эфирные масла – это тема бомба. И те, кто придут на курс Ирины и Андрея, вместе получив подарок мой курс по детоксу, да, по очищению организма и по правильной подготовке и выходу, вам предстоит узнать очень много нового и полезного для себя именно с точки зрения эфирной терапии. Потому что мы сейчас не только про конфеты, да, мы не только про питание вкусное, мы еще и про терапию. То есть наша еда – это наше лекарство в самом прямом смысле слова. Мы лечимся нашей полезной едой и нашими конфетами сыроедческими в том числе. И еще не могу не сказать вам отдельное спасибо за вашу книгу рецептов, которую вы сделали бонусом для тех, кто берет тариф оптимальный. Книга, состоящая из 20 рецептов на каждый день, питание на каждый день. Отдельная песня – это рыбка. Маринованная рыбка, соленая рыбка – это просто песня, то, что вы это предложили в качестве подарка. Очень рекомендую эту книгу всем нашим зрителям, потому что мы не находимся всегда на условном голоде и на выходе, да, мы еще вообще-то и живем, и мы еще и питаемся, просто питаемся самым разнообразным образом. Так вот, эта книга из 20 рецептов, это огромное вообще подспорье, огромная помощь для нас, для всех, кто ценит именно здоровую и вкусную пищу.
Ирина, Андрей, спасибо вам огромное, что вы сегодня да, снова порадовали меня своим вкусным присутствием. И я постараюсь найти еще какую-нибудь очень вкусную и интересную и спорную тему для того, чтобы встретиться с вами и обсудить ее в следующий раз. А вас, дорогие зрители, мы ждем на наших курсах и будем рады, да, принять вас в наши здоровые объятия.